товарищ Сергочкалов, хороший летчик пропадет, не за понюшку-то пока. Ничего, у него парашют есть, будет уроком. Так машину жалко, народное добро все-таки. Это что там? Парашют. Валерий Чекалов! А вы умеете танцевать вальс? Я танцую. За Ольгой больше не ходи, понял? Да. Значит, вы утверждаете, что дуэли не было? Вы мне нравитесь, товарищ Чекалов. Но в партию вам вступать рано. Или ты возвращаешься ко мне и через 3 года будешь лучший летчик страны? Или... Что или? А то или. Садитесь. Куда вы что, глухой? А документы? Куда вы их увозите? Саша! Марго, я скоро вернусь! Допустите меня! Он живой! Он же любит рисковать. Если справится, так справится. А не справится, так проблема решится само собой. Надо долететь в Америку через Северный полюс.